Группа активистов «Надежный тыл» на регулярной основе собирает гуманитарную помощь для бойцов, которые задействованы в специальной военной операции. Сообщество было создано в октябре 2022 года в социальной сети и объединяет сотни неравнодушных людей. Места сбора гуманитарной помощи находятся в разных уголках муниципалитета. В прошлом месяце точка сбора была организована во дворе жилого комплекса «Государев дом». Через некоторое время бойцам доставили посылки, собранные неравнодушными жителями, а сейчас с линии фронта пришел видеоответ. Мы выражаем огромную благодарность людям, которые к нам отнеслись неравнодушно, все это предоставили. Вас очень много, и с вашего разрешения я зачитаю. Это управляющий компании «Гранель», начальнику участка Александре, депутату Ленинского городского округа по избирательному округу номер 5 от партии «Единая Россия» Кокоевой Алене Викторовне, Лопатинской средней образовательной школе дошкольного учреждения. И огромное, конечно, спасибо жителям по улице Сухановская, что вы нас не забываете, помните и делаете нам такой, так сказать, подарок. Помощь оказывают регулярно. Следующий груз будут собирать 2 декабря в торговом центре по адресу Сухановская улица, дом 1, строение 1. Любой желающий может вступить в группу «Надежный тыл» и помочь бойцам СВО.